Еще одна Олимпиада и снова победа. Анастасия Белькевич, учащаяся 11 класса гимназии номер 1 Солигорска, стала победителем третьего этапа Республиканской Олимпиады по французскому языку. Девушка отлично училась в школе, и это не первый ее диплом как районного, областного, так и республиканского уровня. Благодаря победе на Республиканской Олимпиаде по учебным предметам еще в 2021 году она стала стипендиатом специального фонда президента Республики Беларусь по поддержке одаренных учащихся и студентов. Как рассказала девушка, эта награда стала стимулом к дальнейшему углубленному изучению французского языка, и сегодня уже выпускница решила связать свою жизнь именно с иностранными языками. Планы на будущее – поступать в БГУ на факультет международных отношений. Кстати, французский в международных отношениях – он главный язык. И у меня уже хорошая база французского есть. Его можно дальше развивать, изучать, углубляться в юридическую лексику. Но это очень такая большая помощь в дальнейшем обучении. Анастасия благодарна родителям за поддержку, школе за чутких, заинтересованных педагогов и, конечно, учителю французского языка за огромный вклад в ее настоящее и будущее успехи. В случае с Настей Белькевич так оказалось, что я вот не могу сказать ни одного какого-то недоработали, недоделали. Умная, способная, заинтересованная, очень заинтересованная, ответственная. Всегда все задания выполнялись добросовестно. Я очень благодарна Насте за тот титанический труд, который она вложила к подготовке или в подготовку к Олимпиадам. И я, и все коллеги наши гордимся тем, что Анастасия Белькевич является стипендиатом президентского фонда.